вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу про секретные маски в Инстаграме. Большинство масок выглядит очень круто. И поэтому в этом видео я вам расскажу и покажу, где же найти эти маски и как их применить. Тем более, с этими масками можно снять видео для лайка, либо для ТикТока и попасть в популярку. Ну что, погнали! Для этого видео нам понадобится всего лишь наш Инстаграм. Видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в Инстаграме. А теперь погнали! Вот я взяла наш телефон. Для удобства я поставлю наш штатив. А теперь заходим в наш Инстаграм. Заходим в камеру, сторис. И первая маска, которая у нас есть, это вот такие вот цветочки. Так, чтобы получить такие цветочки, нужно зайти на определенного человека. Это его маска. Вот так этот ник. И вы можете взять у него эту маску. Ребят, я листала сначала в эту сторону, а потом полистала в другую сторону. И смотрите, на что я наткнулась. И это я малыш. Хи-хи-хи-хи. Прикольно. Теперь эта маска есть и в Инстаграме. Класс. Я маленькая. Эту маску можно найти у этого аккаунта. А я сейчас еще другие посмотрю. О, у меня тут обезьяна. Давайте следующую маску посмотрим. Вау, это такой эффект классный. Потертости. Тоже можно использовать. Прикольно будет. У меня вот такая вот. Она очень яркая и интересная. Если вы нажмете на экран, то слезы поменяются. Например, вот сейчас у меня черные глаза и черные слезы. Нажимаю дальше. А теперь светящиеся такие слезы. Прикольно. Нажимаю дальше. И такие вот губы блестящие. И слезы. Такие вот темно-фиолетовые. Нажимаем дальше. И смотрите, а тут у нас просто прозрачные слезки. Самые обычные. Нажимаем еще раз и возвращается на эту же маску. Эту маску можно взять у этого профиля. Следующая маска, это у меня вот такая вот. Щечка, на щечках Украина нарисована. И у меня как бы такая пленочка блестящая, которая отблескивает желтым и голубым таким цветом. Прикольно очень. Такую маску можно найти у этого аккаунта. И сейчас я вам расскажу, как же применять эти маски. Нажимаем поиск и пишем вот этот вот аккаунт. Вот этот аккаунт, он второй. Нажимаем на его сторис. Вот он внизу. Получается, нажимается, называется эффект. Нажимаем на него. Смотрите, есть такой эффект, например, с эльфовой башней вот тут. Листаем сторисы дальше. Вау, вот этот очень классный, смотрите. Теперь нажимаем в самом низу. Там есть попробовать эффект. Нажимаем на эту стрелочку. И вот, смотрите, у нас обводка. Класс, смотрите, я могу нажать на экран, и она вот стала розовой. Нажимаю снова на экран, она становится розовой. Вы просто нажимаете, желтая, такая розовенькая, голубенькая, такая оранжевенькая, белая, зеленая, розовая, кр-
красненькая. Вот, смотрите, и можно, как, например, в лайк станцевать какой-то тренд, и будет очень классно, будет как обводка, будет очень классно. Вот этот аккаунт. Очень классно. Давайте следующую маску смотреть. Вот, ребят, я листаю сторис этого же аккаунта. Вау, и наткнулась на такую классную обводку радужную, смотрите. Так, ну там нет. Попробовать эффекта полистаем. Вот, смотрите, теперь тут у нас есть попробовать эффект. Нажимаем. Так, вот оно сейчас загрузится. Вау, классно. Круто. Очень классно, мне кажется, классно получается. Можно снять очень классное слоумо с этой радужной обводкой. Давайте попробуем гласить на экран, что же будет. Теперь оно вот так бы сливается медленно. Тыкаем еще раз. Так, попробовать эффект. Что это вышло? Тыкаем. Еще раз тыкаем. А теперь смотрите, она меняется по очереди. Классно. Очень крутая. По-любому сниму видео. В лайк. Теперь снова тыкаем. А теперь она еще вот так вот идет, получается. Классно. Еще раз тыкаем. А теперь мега быстро. Прикольно. А сейчас я вам расскажу, как можно взять маску Никиты. Так, давайте найдем Никиту. Вот это вот, вот маска, Никита. Она просто... Вот этот вот сторис, смотрите, там сверху написано, там же Никитин аккаунт, там написано... Летающие салюты от Никитыча салют. Нажимаем быстренько на них. Вот. Смотрите. Вот летающие салюты. Можно, смотрите, нажать сохранить эффект. Либо попробовать. Давайте нажмем попробовать. Вау, у меня летают салютики. Вот, и теперь можно снять там прикольную слоумошку. Либо записать сторис классный в Инстаграм. Салютиками! Это классно! Это маска от Никиты Че салют! Она очень классная, кстати. Такие салютики. Прикольно. Также можно взять маску от Нивели или от других лайкеров, если они создали свою маску. Прикольная маска. Очень классная. Так. Очень классная маска, мне она очень нравится. Можно снять такой сторис. Я вас люблю! Я вас люблю! Я вас люблю! И теперь загружаем. Она очень нравится. Вот. Она очень классная, она мне тоже очень нравится. Она очень прикольная, оригинальная, классная. И если вы, например, у кого-то из популярных лайкеров в Инстаграме видите любую маску, которую они создали сами, вы можете ее испробовать. Вот, например, у Никиты были вот такие вот салютики. Никита их сам сделал. Это было очень классные салютики. Я их попробовала и загрузила в сторис. Класс! Сейчас я вам расскажу... И покажу, как сделать еще одну очень классную масочку у этого человека. Вбиваем ее ник в поиске. Так. Да. Вот. Lunacom 2000. Теперь мы, смотрите, вот у нас есть тут вот нарисована маска. Вот тут. Переходим. И теперь ищем любую маску. Вот смотрите, тут есть очень много масок. Вы можете выбрать, которая вам нравится. Вот, смотрите, вот. Вот эта вот масочка, вот. Нажимаем на нее и нажимаем попробовать. Вот, смотрите. Это получается я стою, а сзади меня вот такие вот на тени рожки. Прикольно. Можно снять очень прикольные видео, например, слоумо. Сначала, например, обычное видео, потом мы уходим из кадра, и, входим с другой стороны, делаем слоумо, и у нас тень чертик. Это очень прикольно будет. Обязательно сниму, очень классно будет.
Сейчас я покажу еще одну маску, как можно взять. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.